Из торгового оборота изъято 710 пачек сигарет. Рейды по выявлению нарушений правил торговли проходили в рамках комплексной профилактической операции «Курорт-2016». В ходе проверки 4 магазинов полицейские установили, что сигареты там продавались на постоянной основе. Причем торговые точки находились менее чем в 100 метрах от входа в школу и детский сад. По данному факту составлены административные протоколы, санкции, статьи предполагают крупный штраф с конфискацией товара. В отношении предпринимателей составлены административные материалы, которые будут переданы в суд для принятия решения по существу. И мы просим всех жителей, гостей нашего города, которые обладают информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 или 020.